глава 4 моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Освободите свое сознание от негативных, от ограничений и негативных установок. Как убедить себя стать богатой? Процветающих людей в мире гораздо меньше, чем людей бедных, больных и несчастных. А самое интересное, если их спросить, хотят ли они быть процветающими, здоровыми и счастливыми, и они ответят: конечно. А кто же не хочет? Получается, каждый хочет, имеет такое желание. Но вот на подсознательном уровне они не верят, что достойны этого. Их подсознание запрограммировано на нищету и зависимость. Сколько лет вы создаете свой образ? 20, 30, 40 или более? Говоря себе, кто вы и на что вы можете рассчитывать. Кстати, такое программирование, как телевидение, новости, разговоры о бедах и несчастьях, которые так охотно многие пересказывают друг другу. А все это играет огромную роль. А о чем еще говорить? Как много проблем, что плохого случилось сегодня в мире? Где упал самолет или произошел теракт? Кто с кем живет и кто от кого ушел? Вы скажете, так поступают все? А вот и нет, не все. А к тому же, дорогие мои, сейчас мы говорим не обо всех. Сейчас мы говорим о вас, о вашей жизни, вашем благополучии, о процветании. Это моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфовой. А ваши собственные негативные мысли, страхи и сомнения, ну и, конечно, что закладывалось в подсознание на протяжении всей жизни, начиная с детских лет. Все хорошее и плохое, все события, чувства, мысли и эмоции отражены, запечатлены в подсознании, как в компьютере. Это страница 38 моей книги. А почему люди поступают так, а не иначе? Это очень интересный вопрос. Каждый действует в соответствии со своими убеждениями, с тем, что записано в подсознании, и в соответствии с тем, на что оно настроено, что в нем заложено. Таким образом, мы и реагируем, и поступаем в различных ситуациях. Подсознательные программы порождают нашу реальность. Внутреннее управляет внешним, уравновешивает. Если внутри человека присутствует страх, недостаток, нехватка, то внешние обстоятельства, уравновешивая внутреннее состояние, будут выражаться как бедность и нужда. Поэтому очень важно выяснить, какие присутствуют установки. Вспомните, что говорили о деньгах, богатстве и процветании ваши родители, родственники и хорошие знакомые. И каких убеждений придерживаются люди, которые окружают вас. А теперь посмотрите на свои установки и убеждения. Почему для одного человека возможно что-то, что другому кажется совершенно нереальным? А ответ скрыт в убеждениях,
этих людей. А для кого-то, для кого невозможно, его ограничивают внутренние убеждения. Так как, чтобы изменить внешние обстоятельства, сначала необходимо изменить внутренние. Я не заслуживаю богатства. Наверное, мне суждено быть бедным. Деньги можно заработать только много и тяжело работая. Кто-то богатый, а я родился бедным. Так, наверное, и суждено. Мне не верится, что могу стать богатым и процветающим. Это негативные установки. 39 страница моей книги. Все хорошие возможности и бизнес в руках богатых людей. Что я могу сделать? У меня нет ни денег, ни связей, ни хорошего образования. Какие тут могут быть преуспевания и богатства? Только имея деньги, можно делать деньги и преуспеть. Стыдно тратить деньги на себя, на развлечения, удовольствия, когда вокруг так много бедных. А может быть, вы уверены, что деньги – это зло, и вы еще удивляетесь, что вам их постоянно не хватает? Знакомы вам такие или подобные мысли? Как говорит восточная мудрость, сосуд, наполненный страхами, несчастьем и бедностью, нельзя наполнить радостью, удачей и изобилием, потому что он уже полон. Поэтому сначала надо опустошить. Это можно сделать, убедив себя, а значит, свое сознание и подсознание, что вы свободны от ограничений и запретов. Свободны от ограничений и запретов. И достойны богатства и процветания. И в этом вам помогут позитивные утверждения и визуализация. Смотри следующие главы. Пытаться стать богатым и преуспевающим с негативными программами и установками все равно, что плыть против течения, дорогие мои. Поэтому необходимо выяснить и перепрограммировать их, а также укоренить в сознании новый образ, новую реальность. Кстати, мы с вами об этом уже много говорили. Смотрите мои предыдущие, мои программы, мои творческие студии позитивного мышления, силы позитивные мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. На двух моих каналах YouTube Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. На русском, на английском языке. Также мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфуддин через дефис. Это пишется на русском языке. Ну что, прочитаю я еще это предложение еще один раз. Я это предложение не дочитала. Вот. Поэтому необходимо выяснить и перепрограммировать их. А также укоренить в сознании новый образ, новую реальность. Позитивные мысли о процветании, деньгах и изобилии. Убедить себя, вселить веру в свои силы и бесконечные возможности. Как вы понимаете, это моя программа «Звезда». В отпуске пиарит себя, свою творческую студию позитивного мышления, силы позитивной мысли. Так что если вы хотите стать спонсором моей программы, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, я публикую, смотрите, в таком моем под видео брендирование, публикую номер моей кредитной карты банка Тинькофф. Вот такие вот дела. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин.
автор книги «Тайная психология денег и секреты богатства и процветания». Ну что, читаю дальше мою книгу. Когда позитивная установка укоренится в вашем подсознании, она начнет работать автоматически. Точно так же, как большинство процессов в нашем организме, например, наше дыхание. Вы же не задумываетесь, что надо вдохнуть воздуха и не забыть его выдохнуть. Этот процесс происходит автоматически. Наш разум можно сравнить с садом. Если вы не следите за своим садом, вашим сознанием, то ветер будет приносить в него разные сорняки, и совсем неизвестно, что в нем вырастет. Но если вы сознательно следите и ухаживаете за ним, то вырастет именно то, что вы хотите и планируете. То же самое и с сознанием. Ухаживая и отфильтровывая поступающую информацию и специально закладывая в него мысли, программируя его на процветание, успех и изобилие, вы получите соответствующий результат. Мысль повинуется нашей воле. Все ограничения и запреты существуют только в сознании. Ну что, идем дальше, дорогие друзья. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуд. Задумайтесь, кто вас ограничивает? Обстоятельства? Почему столько запретов в вашей жизни? А кто создал такие обстоятельства? Вы сами, ваше сознание, ваши мысли и слова. Какие чаще всего мысли возникают у вас? Положительные или отрицательные? Вы думаете, что хорошо было бы стать богатым и процветающим, но подсознательно не верите в свои силы, поэтому ничего не предпринимаете. А может быть, вам и так хорошо? Тогда и менять ничего не надо. Это другой вопрос. На эту тему есть очень хороший анекдот. Приезжает американец в Африку и предлагает местному жителю заняться бизнесом. А тот его спрашивает, а что мне надо будет делать? Ты будешь собирать бананы, а я организую их доставку в Африку. Заработаем много денег и будем лежать под пальмой и отдыхать. Так я и так каждый день лежу под пальмой и отдыхаю, отвечает африканец. Мне и так хорошо. Подумайте, может быть, поэтому вы не можете достигнуть своей цели. Вы хотели бы начать свой бизнес, но боитесь ответственности, того, что придется много работать, к примеру, а вы привыкли иметь много свободного времени или боитесь ошибиться и стать смешным? А может быть, вы не знаете и не представляете, куда вы будете тратить и что делать с большими деньгами, которые вдруг появятся? Все наши убеждения являются вибрациями, которые привлекают или отталкивают события, обстоятельства, а также процветание и изобилие, и притягивают людей и соответствующие обстоятельства. Кто настроен на худшее и думает, что все хорошее случается с кем-то, но не с ним, то когда-то что хорошее происходит в жизни такого человека, он проходит мимо и не замечает этого, так как настроен негативно и не верит, что люди хотят ему добра. Он не видит возможностей, которые могли бы сделать его богатым и успешным. Хотите стать свободным от ограничений? Тогда так и скажите. Я свободен от ограничений.
Я выбираю свободу, радость, процветание и изобилие. Да будет так. Заставьте поверить в это ваш разум, и так оно и будет. Как убедить себя стать богатой? Позитивное утверждение. Одна колоночка у меня здесь написана «позитивное утверждение», другая колонка – «ваши внутренние сомнения». Ну, я думаю, что это нужно как-то, или как-то вот это вот прочитать. Это лучше, конечно, сделать в книжке или как бы на страницах, в общем, посмотреть в интернете, потому что я думаю, что это лучше, это я пропущу, там страница 44-й. Хотя можно, хотя я так думаю, смотрите, вот позитивное утверждение и ваше внутреннее убеждение. Я рождена стать богатой, я достойна богатства и процветания. Какое богатство? Кто это говорит? Слышу такое впервые. Я рождена стать богатой, я достойна богатства и процветания. Разве это возможно? Я рождена стать богатой, я достойна богатства и процветания. Да, конечно. Прямо сейчас оно свалится к тебе в карман. С какой стати? Я рождена стать богатой, я достойна богатства и процветания. Неужели? Я рождена стать богатой, я достойна богатства и процветания. Почему бы и нет? Я достойна процветания. Так же, как и все в этом мире. Я рождена стать богатой, я достойна богатства и процветания. Все может быть. Говорят, все возможно, если страстно этого желать. Я рождена стать богатой, я достойна богатства и процветания. А что скажут другие? Я рождена стать богатой. Я рождена, чтобы стать богатой. Я действительно достойна богатства и процветания. Вполне может быть. Я рождена, чтобы стать богатой и действительно достойна богатства и процветания. Я начинаю верить, что действительно достойна богатства, а значит, стану богатой. Дорогие друзья, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин и 18 минут позитива со мной. Татьяны Салмановны Мактум Сайфудин. Пиарю себя и мою книгу «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». И мою творческую студию позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфудин.